Окей. Погоди, что именно надо? Вот типа вот такую фигню типа надо. Угу. Это знаешь что? Это какие-то там магические приключения прям такие. Вунь-вунь. Вообще всяких разных. А, синий. Синий, зеленый, да, красный. А вдруг я дальтоник там? А, вот с этой палкой, да? Какой? А, вот этой? А через вот эту вот. Жалко. Ты куда уделся-то? Ну, окей. Они спавнятся вот эти вот фигни или нет? Ну вот это вот всякая фигня из этого, из мода вот этого. Ну, в смысле, появляются там или какие-то. Ага. А так их випы погружают. Охренеть, охренеть. А почему мы не пошли в этот, в сумеречный лес? Мне кажется, их там побольше было бы. Нет, кажется, не знаю. Очки получаются круче. Какую? Зеленую? А, вот она, ништяк. Я вообще нифига не ценю. Кстати, всем привет, ребята. Не, я только сейчас начал всерьез тебе говорю. Две минуты. Кого? Давай, сейчас, подожди, подожди, я вот тут посмотрю быстренько. Шесть? Реал. Крипер, нет, тут на сложном режиме. Нормальным? Да ну нафиг, ты чё гонишь? Да нормально-то. Я там выживал, я там всех убивал. Все, это пошёл к тебе. Привет, Вадим. Ты куда попёр? Вода какая-то. Чё? Чё? Ого! Ага. Вау, нифига себе. Ага. Вау, нифига себе. Вот это реально круто. Все, у меня больше нельзя. Ага. А, вот да, вижу, вон там вот сбоку. Мне вообще, я не знаю. У меня вообще нет. В смысле, ее убить можно как-то? Нифиг. Ты что сделал, Вадим? Читер! Читер! Окей. И получается потом надо подойти к вот этому вот колодцу, да, и посмотреть, что там, да? Ну, блин, путь к колодцу, к столику. Где? Ага. Да, вон вижу. Нифига, кстати, так-то далеко видно. Угу. Да, я, короче, кто пробегу? Я вот это посмотрю. У меня огонь, короче, его, да? Вау, прикольно. Я вот никогда это не изучал. Ага, я полностью не высосал. Чё? Сейчас, подожди. Иду. Ага. Где она? Я? Сейчас, подожди. Я ее не вижу. А, вот, все нашел. Какой у нее?
А у нее какой аспект? Нет. Ага, окей. Все, ладно, окей. Но я не все высосал смысл из нее. Не знаю. Все, не идет. Угу. Шесть человек, чувак. У нас никто вряд ли не убьет, не загрифелит, как мы того чувака. Ха-ха-ха. Чего? Да нормально, чувак. Кирку взял? Чего ты? Я знаю, ты мне предлагал каменный сломать его. А. Ну окей. Я вообще по кругу смотрю везде, чтобы точно. Давай, короче, ты рядом с речкой будешь идти, я рядом с лесом. Ну ладно, я возле речки, тогда давай. У меня чанки маленькие стоят. Потому что у меня этот же программа включена. Не видел тебя. У меня не знаю какая. Вроде нигде нету. Угу. Убивал их. Можно посмотрю, что в ней. Ты бы отошел бы. А, я не могу. Не, в смысле, видишь? А, вот теперь могу. Ого. А ты чё? Да. Да вообще крутую. Блин, я нафига вот арбуз взял? Ням-ням-ням. Не надо, Вадима, пускай будет. Давай, уничтожай. Ого, что там упало? Да, все вниз. Я не знаю. Ой, три, два, два пузырька, один пузырек. А, я 2 хп, ты 3. Да, мне какая-то фигня выпала. Давай, на. И что из них? Их же потом в баночки, да, получается, пересыпать? Нет? Окей. Мне кажется, их баночки. Зомбарь. Они, кстати, поагрессивнее, я тебе скажу тут. Куда? Ага. Окей, я тебя изучал. Вадима. Поганки. Да я иду, не бойся. Угу. Мне кажется, они более так возле озера встречаются. А воду есть? Там, наверное. Угу. О, крипер. Стой. Я убиваю криперов. Отойди. Дай порох. Я тентишку делаю. Я уже сколько собираю. Не, не в доме, не бойся. Чтобы я... Где? Где, Вадима? Куда ты дел? Иди сюда. Лом. Все. Чё? Дай мне очки, да и все. Ну ладно. Ну чё, что я не понимаю, как они выглядят. Окей, я буду снизу смотреть. Ой-ой, по мне скелет стреляет, Вадима.
Да я вообще за тобой не успеваю практически. Тебя погоди. Опа, случайно. Не, сумеречный лес потом пойдем. В следующей серии. Через каких полчаса? Нет, ну мы засняли только 10 минут, чувак. Мы ищем только дети из Аспект или как там. Я за тебя. Где-то. Вот я за тебя. Розу хочешь, там тебе. Вадима, дай покушать, а? У меня кроме этого долбанного арбуза ничего нету. Ты где? Туда? Я вообще... А, вон тебя заметил. О, спасибо. Мои любимые. Да, кстати. Это из мода нового или... А, из сумеречного леса. Оленя... У коровы. Потеря изменения. Прикольно, кстати. Да, кстати, классный. Вот просто вот звуки, вообще респект. Кто знает, ребята, что это вообще за модка? А, ты про это. Но. А чё там, какие звуки-то у них поставили? Как и были? Не, ну все-таки вот эти вот, которые звуки вот поставили, просто вообще вот респект этого сервера. Слышит их очень сильно. В первой серии, кстати, извините за первую серию, где мы грифелили, да, и там, нет, не торопились, там звуки охрененные, ты куда пропал, Вадима? Ага, нашел тебя. Там, короче, очень сильные ребята звуки были, извините, вот нас практически было не слышно. У меня что-то сейчас с небом, короче, сияло или мне показалось. Вот опять. У меня что-то с небом, Вадима, про... У меня нет облаков. Ого. Давай пособи... Стой, подожди. У тебя есть кирка? Собери один нот, просто посмотрите, хочу, что из него крафтится. Не, не интересно, пошли. Блин, что происходит? У меня что-то с облаками. О, путь с облаками. Блин, я что-то вообще не смотрю. Ага, вижу. Одиннадцать молний, что-то еще. Нет, я вообще ничего не могу сделать. У меня последняя тут склянка это осталась какая-то. Воздух, а тут что? Да, я заметил. Я заметил то, что ты его всего это высосал. Сейчас, подождите. Секунду, ребят. Вадима. Чё? Окей. Ты где? Тук-тук. Оно, ну да, ночью. Мне кажется, надо было все кинуть. Нет. Мне вообще ничего не кажется. Сумеречный лес. Ничего. Да. Так мы же сами с тобой... Да... Стоп, подожди, подожди. Кого? Ну, а я тебе и говорю, ты мне говорил то, что они -то ломаются вроде только этой. А, камень. Ладно, пофиг. Это ты мне сам говорил то, что мы не будем IP сервера давать. Ну, типа никто не догадался то, что это типа не один и тот же сервер, да? Типа все одни и те же глобальные моды, никто не догадался, да? А, да. Главное те же вещи, все такое, да?
Никто не догадался. Не, давать не будем личку, вот чисто вот личку. А прикинь, нас пожалеют, короче, и скажут: вау, вы такие классные гриферы, научите меня тоже. Ребята, я так это с детства не грифера, короче, админ так сервера, и все, мы его научим, и он нам вкусняшек даст. Да. Печенюшек. Ссылку. Ну да, ты прав. Нифига себе, вот это деревю. Блин, вот помнишь этот топор-то? Чё? Ага, вижу. Нет. Блин, ну ты, Вадим, да. Всё, погоди, я кушаю. Ням-ням-ням. Всё, погнали. Покушай. Мне кажется, в шахте. Вот в шахте их, по идее, должно быть дофига. Просто дофига. Ребята, кому сейчас скучная эта серия, вырубайтесь. Просто берите и выключайте эту серию, потому что мы сейчас будем искать, наверное, пол серии эти аспекты. А, да, даже весь день будем... Склянки? Ну, я тебе говорю про вот эти вот фигни. Кстати, ребята, еще раз говорю, извините, вы, наверное, сейчас не слышите Вадима, но я точно не знаю, но все равно извините. Да, кто тебя знает, может быть, слышно. Мне как бы бантикам, когда как снимают, то нормально, то вообще говно. Ну да, китайский. А, чао. Чувак, я в Китай не попал. Да, я в Китае его только взламывал. А так купил я его абсолютно японский. Чувствуешь логику? Чувствуешь, да? Стой, 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 стой. Стой, погоди. Да нет. Фоточка. Да я фоточку. Да я потом просто хочу это слайд-шоу замутить. Да, про тебя именно. Сделаю слэш. Кого? Ну да. Нет, ты мне не сказал. Окей. Штанах и с веером, как я прыгаю. Что нахуй? Ладно, ладно, мы не. Что? Что нахуй с веером? Я буду прыгать. Вадим, удачи тебе с этим. Я представляю, как это экстремально будет. Кстати, как это вообще со стороны выглядит, вот эта вот фигня? Нет, она не показывает. Да, она не показывает. Я знаю, она. Да, я знаю, но я сейчас посмотрел. Да. Испугался. Сейчас, подожди. Чик. Да я не себя, я себя скриню. Я не себя, да, я не себя, я себя скриню. Ты где, Вадима? Кстати, я так прикольно это бьешь, короче. Фу, я думаю, сейчас разобьюсь. Ребята, короче, кто вот знает, реально респект будет. Кто знает, как... Гайд. Гайд, да, гайд. Ну, короче, обзор там снимите. Вот реально будем очень сильно благодарны. Гайд по этому, по Таункрафт 4. Потому что мы не знаем, как тут что изучать. Я раньше скажу, я знал,
Короче, Вадима там вообще был помешан на этом фигне, а сейчас он нифига изучить не может. Короче, после обновления Вадимкина это мечта умерла, короче, и все. И Таункрафт. Погоди, я слышал. Где? Вот тут строить дом? Давай. Только вот тпшися, только тпшися. Только попробуй тпшиться. Я тебе потом мечом отгрею. Вадима, зомби снизу! Меня-то он достанет, я же их боюсь. Кстати, их прикинь, короче, тут свет не бьет. А, нет, бьет. А, это он просто по деревам, по деревам. Погоди секундочку. Ты где? Да блин, подожди ты хоть меня-то. Ты говоришь мне, стой, 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 потом бежишь. Где, вот это? Мы, кстати, ее могли занять. Ну ладно. Нет. А чё тебе то место вот не нравится, скажи мне? Там сосед. И чё, сосед? Вадима, это ж не тот сосед, который тебя топит каждое утро. А нормальный сосед. Ну, я стырил дом, но это не значит то, что он не хороший. Ты стырил дом, который я точно построил. Ну и чё? Я два дома его ж не стырил. И думаешь то, что он нам... Сейчас, пауза, ребят. Ого, ребята, мы продолжаем. Знаешь, почему... Тебя никто не слышит, а чем? Изучай ее быстрее. Изучай ее быстрее, а то я ее сломаю. А у меня воздух-то добывается? Нет. Стой, подожди, я посмотрю, что тут. Че, я не могу ничего посмотреть. А, точно, извини, Вадима. Вдву. Такая хрень полетела. Вау. И у меня два, на, возьми. Они, походу, вниз, кстати, полетели. Собрал? Молодец, вообще. О, 22 минуты, ребята. Кстати, почему же мы так долго, недолго снимаем, а вот с этими, с паузами, то, что у нас сейчас, ребята, 2 часа ночи, нас все родители буквально гонят спать. Ну да, только бабушка, в принципе. Да, она нас съест просто, не знаю. Сами вот прикиньте, вот. У меня, кстати, это, лаги сейчас какие-то. Ты чего? Кстати, мне надо потом скин свой подправить. Стоп, погоди, у меня лаги из-за тебя какие-то начали. Вот, все нормально вроде должно быть сейчас. Вадима, не надо, у меня и так мало хп. Ты где? Что ты там увидел? Больницу? Да, вижу. Давай копай. Давай, я к тебе тпшусь потом. Тебе кинуть булыжника? О, давай. Да не надо. Тпшись. Добывай эту. Я надеюсь, сейчас все видно, ребята. Если не видно, нифига, извините. О, летучая мышь, Вадима, спаси меня. Вау. Красная, кстати, так прикольно выглядит. Дай посмотрю, что тут. Молния, ничего интересного. Давай. А может внизу чем-нибудь еще? Ну-ка, ща. Не, ничего нету. Погоди. Давай, короче, выбирайся, я к тебе тпшнусь. Что я-то вот сразу, как я вынимаю? Что я-то? Ты давай, ты еще это потом будешь в штанах с веером прыгать. Да, я буду с этим доканывать тебя. Ребята, мы продолжаем. Йоу. Короче, ребята, извините, то, что так отвлекаемся. Вот реально, извиняюсь, то, что... Уже где-то 3-2, даже 2 часа ночи, и реально вот буквально вот загоняли нас. Ой, блин, я ж тебе тпшиться хотел. Сидят. Погоди, какой у тебя там ник-то?
Нифига там, сколько чуваков теперь. Нифига. О, мне это не нравится. Да, я тебя тоже понимаю. Где? Вот это? Ага. Мне кажется, надо чуваку уходить отсюда домой. Давай. Вау. Класс. На. Сейчас, подожди, я булыжник изучу. Вадима, посмотри туда, посмотри туда. Армия. 4 зомби, бежим. Сейчас, погоди, надо сфотать их. Чик. Нифига. Бежим, 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 Вадима, бежим. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давай, изучаю. Мне 2, еще огонь. Все. Да. В аду. Вон еще одна. На. Вот это хочешь? Че, реально? О, так он это дает. Че ты нашел? Погоди, ты где? Нифига себе, Вадима. Я, кстати, давным-давно. Я думал, это домик тут обычный. Нифига. Погоди, кузница, кузница, где кузница? Да, облутано. Вадима, тут этот зомби долбанный. А нет, это обычный фуф. Мне показался, это этот суперский зомби, который красные глаза. Но он быстрый еще. Вадима, к нам эти 4 зомби пришли, прикинь. Вон еще один. Побежали, короче, отсюда. У нас, кстати, изумрудный блок это. Можно поторговать потом. Ну, в принципе, да, не надо. Не надо, Вася. Чего? Короче, в следующей серии мы будем показывать, как аспектами всякими торговать. Где? Ой-ой-ой, Вадима! Ты меня напугал! Убивай его, убивай! Вадима, не советую. Короче, удачи. Вадима! Одного я завалил. Отойди! Да-да-да. Топышися ко мне. Только побыстрее. Нет. Да, точно не подобрал. Вадим, ты же знаешь меня, я добрый очень. Отзывчивый, так сказать. Ну и чё? А ты где? А, точно, извини. Всё. Ты у меня, кстати, исчез. Давай до деревни сейчас сгоняем. А, нет, все, появился, появился. Пошли мы того скелета изобьем. Ага. Отойди. Все, завалил его. Не, ничего нет. Че, где? Где? О, ла-ла-ла. Ты че мне не сказала, если тебя в пещеру упал? Вадима, говнюка. Да, хоть подожди, посмотри, что там. Да блин, Вадима, ты вот постоянно любишь в неприятности влезать. Давай, иди сюда. Чё? А, не сломали их. Ну ладно, пошли. Не, давай, давай потом, давай потом. Чувак, 29 минут. Ладно, окей, час будет тогда. Погоди, домой мне топешится? Окей. Ну давай. Как ты с веером прыгаешь в штаниках?
Вадима, давай. Вадим, давай. Давай, покажи. Покажи себя. Ты где? О, какие неприятные звуки, ну ладно. А, ты даже в станике одела. Давай. Стой, там дерево. Лошара. Давай. Ага, это с чем? С веером или... А, в штанах. Ага. А, с собой. Давай. Та-та-та. Стой, погоди. Все, давай. Ну, неплохо. Я собрал их. Ну-ка, можно один раз вот это сделаю, как ты делал. Да. Фу, я с веером. Погоди, как правую кнопку? Вниз. Воу! Да, нифига. Нормально, кстати, хпшек-то отнимает. А. На, забери все. Все, пошли. Ну, все, над этим. Тут прикольные баночки. Что мы сделали? А, да, кстати, надо это обязательно показать. Смотрите, вот это все, это я сделал. Это я все сделал. Да ладно, это вон он. Так. Вот это вот мы вот сделали. Потом что? О, у нас аспектов действительно прибавилось. На чем? Давай. Координаты сказать? Ну, в конце. Давай. А, извини. Изучать его. Ладно, ребята, если вы тут впервые... Хотя ладно, я эту фигню не буду прогонять вам. Короче, просто подпишитесь, поставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока. IP? Ты уверен, что давать его? Да. Ну ладно, будет. IP. IP в описании. Пока.